Традиционные гуляния прошли у кинотеатра «Искра» в честь Дня молодежи. Сильный дождь немного испортил программу мероприятия, и часть выступлений пришлось перенести в большой зал самого кинотеатра. Но это не испортило настроение участников. Молодежь – это не только юные девчонки и мальчишки. Каждый человек, пока в его душе живет задор и легкость, может по праву считать День молодежи своим праздником. Поэтому 28 июня отпраздновать свой день пришло много людей. Погода в этом году не благоволила традиционным уличным гуляниям. Однако организаторам удалось выйти из ситуации. Лишь самые стойкие продолжали развлекать публику под открытым небом, демонстрируя яркое фаер-шоу. А все мастер-классы перенесли в холл кинотеатра «Искра». Здесь учили вышивать ленточками, вырезать поделки из дерева, делали фейс-арт, а мастер живописи Сабина продемонстрировала, как сделать картину необычным способом своими руками. Мы аккуратно отрываем шерсть и выкладываем из нее картины по образцам. Наверное, это грибы-сыроежки. Это довольно интересно, очень быстро делается и получается очень красивые, яркие картины. День молодежи – это один из излюбленных праздников ребят Ленинского района. Ежегодно он отмечается с большим размахом. Здесь каждый всегда находит для себя развлечения и новое хобби. Очень хороший праздник, тут всегда весело, хорошая атмосфера, мне очень нравится. Мне нравится этот праздник, потому что в этот день проходят мероприятия, на которых мне нравится принимать участие. Концертную программу красочным номером открыл коллектив театральной студии «Маска». И на протяжении всего мероприятия ребята выходили на сцену, развлекая публику. Творческие коллективы и молодежные организации района – все хотели продемонстрировать свои таланты. Так воспитанники из Дюшор Олимп в рукопашном бою поборолись друг с другом прямо на сцене, а ребята из военно-патриотического клуба «Застава» показали навыки владения оружием. В дальних уголках, которые сегодня приехали здесь, в городе, столице района, живут самые замечательные люди, особенно молодежь. И я уверен, что будущее Ленинского района в надежных руках. Далее программа продолжилась торжественным награждением выдающейся молодежи района. Эти люди изо дня в день создают благоприятные условия для жизни юного поколения. Юрий из сельского поселения Булатниковское работает с молодежью уже не первый год. Он развивает у нее интерес к спорту и здоровому образу жизни. И эта награда для него уже не первая. Я это делаю не ради каких-то наград, наверное, все-таки. Это делаю из-за того, что я хочу работать с детьми. Не ради вот этих вот наград и прочего. Но это просто какое-то поощрение моей деятельности. Ленинский район дает много возможностей молодежи проявлять себя, свои таланты и находить призвание в жизни. Спортивные и творческие кружки, общественная работа. У каждого есть шанс раскрыть способности. Молодежь – это в любом случае люди, которые придут за нами со своими подвигами, со своими делами, со своим креативом, со своим оптимизмом. Они придут за нами и будут продолжать начатое нами дело. Я всех поздравляю. Под вечер тучи рассеялись, и люди стали перебираться на улицу, где для них играли музыканты. Концерт продолжался до позднего вечера. Юлия Погосян и Адамия Анталя Буслаева, Видное ТВ.